Великим злодеянием называют события 1915 года. Ежегодно 24 апреля, в день депортации армянской интеллигенции из Стамбула, миллионы армян и представители других национальностей во всем мире отдают дань памяти жертвам геноцида армян. Агрессивные действия против целого народа со стороны Турции начались еще с конца 19 века и достигли апогея в 1915 году. По масштабам трагедии историки сравнивают эти события с Холокостом, ведь в результате массовых убийств и столкновений погибло порядка 1,5 миллиона человек. В нашем городе почтили память погибших. У турков, так как был такой амбициозный момент, главное, чтобы психологически алчный момент, чтобы завладеть имуществом и бизнесом, и родиной армян, они планировали заранее и ликвидировали, уничтожили очень много, 1,5 миллиона армян за 3-4 года. И сегодня мы собрались здесь не для того, чтобы отомстить. Потому что мы хорошо знаем, что месть – это не благородное чувство, это старание влиять на прошлое. А на прошлое человек не может влиять, этого невозможно. Поэтому мы собрались здесь, уважаемые товарищи, друзья, чтобы не повторилось такое. И главное, чтобы турки, сами наши соседи, они осознали свое деяние и покаялись. Главное вот это. Признанный во всем мире факт геноцида не принимается турецкими властями. До сих пор Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения. Тем не менее, в этом году, в этот памятный день, премьер-министр Турции Таип Эрдоган впервые выразил соболезнования внукам жертв армян, погибших от геноцида.